С 1 июля 2023 года снова дорожает топливо. Напомню, что в апреле 2022 Рада отменила акцизы на нефтепродукты и снизила НДС на них с 20 до 7%. Перед этим, конечно, нехило цена поднялась из-за войны и вполне естественной смены поставщика. Сейчас в связи с тем, что бюджет критически прям требует вливаний, было решено с 1 июля Вернуть НДС этого сектора на уровень 20%. Кроме того, повысится и акциз на бензин, допустим, до 213,5 евро за тонну, а на дизельное топливо до 139 евро. Акциз на газ без изменений, ибо он уже, оказывается, находится на уровне довоенного периода. Какой прирост в цене в гривнях ожидать? Бензин вырастет в цене где-то на 11 гривен за литр, дизель на 7, газ на 3. Тем временем зарплата руководителя Укрнафты 3 миллиона гривен в месяц. Это так, чисто ради информации. А еще, кстати, чисто ради информации тоже президент Джо Байден, знаете, такого, он получает немного меньше. Прикинь, она у него где-то миллион 800, 000, если перевести в наши гривночки. А сколько получаете вы? Гоню. Всем удачи.